Чем порадовать наших любимых мужчин дома? Мясом. Мясом по-капитански. Отправляемся по магазинам, закупаем продукты, определяем, где дешевле. В качестве основного ингредиента подойдет свинина. Блюдо получится сочным и мягким. Следующие ингредиенты для свинины по-капитански. Грибы-шампиньоны, лук, сыр российский, чеснок и майонез. Для сравнения выбираем одни и те же марки продуктов. Рэмми – первый магазин, победитель предыдущих программ. Проверим, изменилась ли ситуация в этом году и достоин ли он держать марку одного из мест, где выгодно приобретать продукты. Итак, результат первой закупки. Лук репчатый – 1 кг 25 рублей 45 копеек. Чеснок – 1 кг 262 рубля 95 копеек. Майонез «Атоги Золотой» 500 грамм 108 рублей 45 копеек. Грибы, шампиньоны резанные, планета витаминов 400 грамм 87 рублей 95 копеек. Сыр российский 1 кг 305 рублей 90 копеек. Свинина, шея без кости замороженная 1 кг 299 рублей 90 копеек. Сравниваем цены в магазинах «Три кота» и «Фрэш». Результат покупки продуктов в магазине «Фрэш». Лук 28 рублей 90 копеек. Чеснок 282 рубля. Майонез «Атоги Золотой» 116 рублей 50 копеек. Грибы-шампиньоны «Планета витаминов» 126 рублей 50 копеек. Сыр российский 329 рублей. Свинина 358 рублей. По итогам сегодняшней закупки мы советуем пойти за ингредиентами для свинины по-капитански в магазин «Рэмми». Покупайте дешево, готовьте вкусно, кормите с любовью. До новых встреч! Ну, в принципе, здесь демократичные цены, поэтому сюда и подходим. Товар тоже, в общем-то, достаточно, ассортимент нормальный.